Ленинградском районном суде огласили решение по апелляционному обращению адвоката Сергея Катавасова, похитившего видеокамеру из патрульного автомобиля инспектора Хоронека. Защитник пытался доказать, что решение мирового суда не прекращать уголовное дело против похитителя, даже несмотря на примирение с потерпевшей, неправомерно. Однако судья с доводами защиты не согласился. Приговор мирового суда 13 декабря 2013 года в отношении Катавасова остается в силе. 1 год ограничения свободы с условиями не покидать место жительства в ночное время, не выезжать за пределы города, ежемесячно являться в орган, осуществляющий надзор за отбыванием наказания. Принимая решение об отказе удовлетворения ходатайства потерпевшей Куваевой о прекращении уголовного дела в отношении Катавасова в связи с примирением, суд учел названные положения закона и мотивировал свои выводы, обоснованно указав в постановлении, что освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим не является обязательным для суда и применяется с учетом всей совокупности обстоятельств конкретного дела, степени общественной опасности деяния, в совершении которого лицо обвиняется, личности обвиняемого.